24 августа 2019 год. Это мы вернулись с рыбалки, разгрузились. Сейчас вышли завтракать. И вот тут Алексей пришел, Устинов. У меня тут вот у ограды столбы большие. Трубы из труб сделаны. Вот, а нам понадобилось столбы железные для того, чтобы можно было надписи сделать для охотников, которые будут сейчас вот с 1 сентября или сезон, видимо, охота на уток. И вот надписи сделать, чтобы на территории деревни они не стреляли. Это у нас озеро, которое лагерный пруд называем его. Для этого понадобились железные столбы. У нас их нету, а вот эти как раз длинные торчат. Он будет их спиливать. Рыжий бегает, суетится. Да-да. Вот так вот, слава богу. А вот наши там сидят за столом. Сергей Павлович там сидит тоже. Они едят, а я снимаю. Пошел я тоже завтракать. Сегодня мы позже завтракаем. Блин, уже 9 час, а мы обычно в 7 часов завтракаем. Вот так вот. Этот тут чеснок собрали с одной грядки. Здесь вот у нас еще сушатся яблочки наши, которые мы насобирали. Вот сеткой тут сделали, чтобы мухи не подходили. Что-то немножко ослабло, тут надо подтянуть ее. Вот. Вот так. О, отлично. Уже несколько дней сушу, потому что солнце что-то маловато. Долго сохнет. Плюс еще дождь иногда пройдет, да еще обильная влага утром. Приходится все время целлофаном закрывать на ночь. О, ласточка какая стремительная. Такие делают пируэты, что ой-ой-ой. Как Господь все чудно сотворил. Ну все. Слава Богу за все. Аллилуйя. Сейчас надо посмотреть. Видимо, спилил первый столб. Че, брат? Вот, я ее сейчас перережу и все. Перерезай, это я делал. Ты делал? Да, я воротину натягивал, потому что она опустилась, воротина, она сейчас опять ослабнет. Мне сейчас ее же ронять надо. Ну, роняй. Отрезай, да, роняй. Ну, так, а что-то машет. Вот эту проволоку я сейчас ее перережу, вот. Понял? Да, все. Да, вон, там что-то он нету. Надо ножницы принести. Но он уже отрезает все. Какие ножницы? Зачем? Ты обрезаешь вверху, да? Да, конечно. Проволоку? Проволоку. Проволоку. Конечно. А я думал, ты столб хотел пилить. Да. А то у меня саперные ножницы есть. Это все? Нет. А то как мне валить? Ну ладно, ладно, давай. Леша, как только ты будешь писать и копать, нас позови, мы закончим, чтобы цикл получился. Обязательно, обязательно. Обязательно сообщи, когда будешь писать там. А, ну не писать, делать когда. Снимаешь. Ну сейчас буду делать. Написано. Вот теперь вот так вот аккуратненько.
Ну еще бы, так, такая труба здоровенная. Аж тяжелая. Вон что-то Никита Андреевич сюда идет. Все, раз. Вот это сдача. Сдача. Благодарим вас. Сейчас, Никит, помоги ему, вот он сейчас второй спилит, поможет. Ну все, слава Богу за все. Любые.